Сегодня в Кирове начали выдавать путевки в детские сады. В первый этап, то есть с 1 по 4 апреля, направление получают родители детей 2015 года рождения, а с 8 по 11 апреля смогут это сделать льготники 2016 года рождения. При этом идти в департамент образования в том и в другом случае за документом не нужно. Специалисты сами обзванивают родителей или пишут им смс-сообщение. Сообщают им номер детского сада, в который пойдет ребенок, и объясняют, что путевки они могут получить непосредственно в самом дошкольном учреждении. В администрации напоминают, необходимо проверить актуальность номеров для связи, указанных в заявлении. Выдача путевок во втором этапе будет проводиться уже в департаменте образования.